Всем привет! Хочу вам представить заготовочку небольшую для пиролизного газогенератора, именно камеру дожига, ну не точнее водогревного котла. Расчет у меня получилось 150 киловатт проектная мощность данного котла, то есть вот сам котел, камера дожига, передний фронт еще не сварили. Вот. Это рубашка котла. Ну, еще вторую трубу тоже она сверху будет надеваться. Вот. Здесь приваривается камера входящих газов сама. Ванец приварится. Труба уйдет вверх. Вот. Котел двухходовой. Но очень сильно отличается от водогрейного. Так как сейчас примерно вам объясню, в чем здесь суть. При горении горелки огня выделяется тепло. Здесь есть, ну, будет вот эта труба, здесь будет вода. То есть первично отдается тепло этой жидкости, ну, в этой воде. Входящие газы, вот там видно, они будут проходить через данные пучки труб, сниматься с входящих газов остатки. Ну, из-за этого увеличивается КПД. Вот. Из-за этого называется двухходовая камера дожига. Именно пиролизного газа. Ну, также можно его использовать и на дизельной горелке. Ну, данный котел будет. Я планирую это сделать. Ну и на природный газ. Вот. На баллонный, на пропан не получится, так как топка. Ну, камера дожига сама не рассчитана на данный объем газа. Вот. Ну а так-то вроде все. Вот, доварим. Вон, я скину следующее видео примерно в конце недели. Ну, всем спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.